Друзья, сидите покрепче на своих стульях или встаньте, упершись в стенку, потому что цена вот этого трейлера, как мне сейчас сказал этот мужичок в дилершипе, 165 тысяч долларов. Как вам нравится ценник? Да, это custom made. Вот это нержавеющая stainless steel стена. Spread axle. Нержавейка. How much you said? 165,000? That's right, 165 тысяч долларов. И он уже продан. Holy moly. There is a two units, right? In there. Сзади и спереди. Два юнита охлаждающих. Special edition. Great Dane. Stainless steel everywhere. Вы можете спросить, за что тут такие деньги платят? Ну, например, как я знаю, что вот этот бакс, вот этот весь трейлер, скажем, вот эти вместе с этими долами, на которых стоит трейлер, вот, стоит 100 тысяч долларов. Без вот этой вот кастом покраски, специальной покраски, отделки, без вот этих вот нержавеющих дел. Даже ручка вот эта нержавейка здесь, представляете? Как он мне сказал, что трейлер принадлежит, тут как бы компания такая есть, PF, PA, Trailer Mafia. PA это Пенсильвания Trailer Mafia. Вот этот вот 100-галлоновый танк тоже стоит каких-то денег. Но самые большие деньги вложены вот сюда. Вот эти оси, каждая из них раздвигается отдельно. Каждая из них по отдельности поднимается, опускается. То есть, вот эта система тоже под низом. То есть, вот эта сама подвеска стоит, я так думаю, наверное, 1000. Ну, если 1035, наверное. Естественно, там все из нержавейки, покрашено, custom paint. Вот, по заказу все сделано. 165 тысяч долларов за вот этот вот рифер. И я думал, что он новый, а он, оказывается, уже принадлежит какому-то дальнобойщику, который, он сказал, сейчас на вакейшене притащил вот этот рифер к ним на обслуживание. Ну и хочу сказать также об вот этом вот нержавеющем бампере. Насчет того, что он очень мощный, это одно. А насчет того, что он стоит бешеных денег, это другое. Я представляю, сколько стоит вот эта вот нержавеющая полоска. Вот это вот все нержавейка. Первый трейлер у меня был Grey Dane. Тоже практически все было из нержавейки, только стены были покрашены белым цветом. Вот такая вот она, PA, Trailer Mafia. Ну, бакс меня, конечно, не впечатляет. Баксы для инструмента, ничего такого спешл я не вижу, специального или удивительного. Просто натертый алюминий, даже не натертый алюминий, а к алюминию приклепана вот эта вот лицевая пластина из нержавеющей стали. Ну, тоже стоит денег. Все круто приклепано. Прикручено к этим кроссмемберам, швеллерам трейлерным. Вот так вот. Конечно, вот такой бак бы разжиться, это было круто. Ну, пока мне делали машину. Ну, вот электрическая помпа как работает, слышите? Закачивает солярку. Как закачает, так и заведет. Вот такой вот трейлерочек.